Я всех приветствую на своем канале Unifam.Unifam, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось сделать видеозапрос, который был мне уже задан моей давней подписчицей Анна2N и 2H на конце. И да, она мне попросила сделать видео о моем выборе как бы 10 книг и 10 фильмов. Скажу, что я с удовольствием выполняю этот запрос. Я взяла на него немало времени, так как мне надо было кое-что обдумать, кое-что передумать, кое-что обсмотреть, кое-что... Ну, в общем-то, да. Ну и к тому же у нас чуть ли не весна, 14 градусов, и у меня есть такая возможность, чтобы снимать с нормальным освещением в моем зимнем саду. Ну и я начну с 10 фильмов. Не знаю, будут ли это 10 или даже больше. А первый фильм будет... «Unifam et Unifam» Жан-Люка Годара. И как вы уже поняли из названия, что это название совпадает с названием моего канала, или вернее, мой канал совпадает с названием этого фильма. «Женщина есть женщина», как в переводе на русский. И здесь играет Жан-Поль Бельмондо, еще совсем молоденький. Анна Карина посередине и Бриали. «Unifam et Unifam» немножко такой фильм, можно сказать, и абсурдный. И, на мой взгляд, вот этот вот абсурд очень хорошо даже объясняет абсурд быть женщиной, наверное. Потому что, как здесь он показал, что вот главная героиня, то она как ребенок, то она... может быть очень коварной, то она, то есть меняет настроение с одного на другое. И вот это вот ее мания, что она хочет ребенка, и вообще. Ну, вообще фильм такой довольно интересный. Скажу, что, наверное, он не для всякого зрителя, не каждому это понравится, скажем так. Почему мне понравилось? Во-первых, новая волна — это именно направление кино. Я скажу, что я как бы посмотрела вот это фильмы Жан-Люка Годара еще в студенческом возрасте, когда я только-только стала студенткой. И для меня это тоже что-то новое было, что-то узнала новое о истории кино, хотя новая волна — это конец 50-х, начало 60-х. И это то, что я помню, да, первый фильм это был «Vivre sa vie» или «Жить своей жизнью», который мне тоже понравился, и, в принципе, вот он мне дал эту линию, я затем посмотрела как бы и другие его фильмы. Вот, допустим, «Женщина есть женщина», это вот эта новая волна, они были против того вот этого вот фильма «Унесённые ветром», где просто вот берется какое-то литературное произведение и ставят кино. И оно такое вот как бы рассказывается. А новая волна — это они делали все, чтобы коммуницировать или общаться именно с самим зрителем. Почему «Unifam et Unifam», Анна Карина, она очень часто она обращается к зрителям, как будто бы она с вами напрямую разговаривает. И, или, допустим, например, такая черта, как что актеры они не учили заранее их тексты, и у них как бы прям в студии или на улице прям вот получалось, что все от себя шло. То есть они более-менее знали, в каком направлении идти, но тексты не заучивались наизусть. Я когда обсуждала Анну Каренину, некоторые со мной не согласились, некоторые сказали мне вообще, что мне надо заткнуться, неважно. Но я за то, я в литературе больше консерватор. Я люблю классику, я люблю вот классические произведения. Но в фильмах я, наверное, люблю и то, и другое, и я очень открыта на интересные идеи. Но если эти только в том смысле, если эти интересные идеи добавляют смысла, если они поддерживают смысл до конца. Вот, чтобы вы немножко поняли. В общем-то, я уже на первом DVD столько времени вам тут все рассказываю, так что, наверное, все-таки я попытаюсь побыстрее все это сделать, иначе вы заснете. Вторым фильмом будет от Софи Коппола «Lost in Translation», и вы уже видите первого актера Билл Мюррей, главный герой, и второй главный герой это играет Скарлетт Йоханссон. Скажу, что так как мы из новой волны передвигаемся в новое течение, которое как раз вышла из новой волны, скажем так, это авторское кино. Именно вот в этом фильме здесь можно увидеть действительно вот вдохновление этим течением.
Итак, Lost in Translation. Это фильм, очень тонкий фильм, очень такой, как сказать, психологически тонкий, интересный. Поэтому, если кто-то из вас не смотрел Lost in Translation, то я, конечно же, очень вам советую. И следующий фильм, который мне бы хотелось показать, конечно же, я не могла в свой список не добавить ни один фильм Вуди Эллена. И вот этот, это «Манхэттен». Помимо «Манхэттена», я бы хотела, конечно же, также добавить «Match Point». Я его не стала вытаскивать. И также из последних фильмов, которые я также... Вот видите, уже три фильма сюда добавляю. Скажем, что это один, хорошо. Это также будет «Midnight in Paris», «Полночь в Париже». Все названия я оставлю внизу, чтобы вы могли их видеть и посмотреть. «Полночь в Париже» мне понравилась, потому что, ну, там затронута тема 20-х годов. И для меня, скажу, что 20-е годы, просто, наверное, вот что-то меня всегда тянет к 20-м годам, потому что для меня это именно сгусток такой над искусством. Вы представляете, 20-е годы, это же сюрреалисты, это же импрессионисты, экспрессионисты, это все, это кубисты, это все. Вы можете представить, сколько разных артистических направлений вот именно вот в эти года произошло. Поэтому для меня как-то это вот года вдохновения, честно скажу. Я очень вам советую. Значит, «Match Point», «Манхэттен» и «Полночь в Париже». Я вам сейчас покажу два DVD, где я также советую книги, потому что они были сняты по мотивам книги. Называется фильм «Ensemble surtout» или «Просто вместе» на русском языке. У меня на немецком DVD, но здесь, по-моему, все-таки есть французский, потому что мы на французском его смотрели. Да, я не ошибаюсь. Играют Одри Туту и Гийом Кане. Очень такой вот добрый фильм, такой французский. Я честно скажу, у меня большая слабость к французским фильмам, вот именно к вот такого стиля фильмам, так же, как и «Амели Пулан». Это фильмы, где есть вот этот вот французский шарм, и вот это вот что-то доброе, что-то вот такое вот теплое. Очень мне понравился фильм. Это будет «Пианист». Почему «Пианист» вошел в этот список? Меня связывает с этим фильмом, на самом деле, моя студенческая еще работа по литературе когда-то, потому что я выбрала именно эту книгу и написала свою работу. У нас тогда был год, мы изучали целый год всевозможные произведения, где описывалась вот именно Вторая мировая война и то, что настигло еврейский народ. И скажу честно, книга мне очень-очень понравилась, но и фильм тоже хороший. То, что книга всегда лучше, можно, наверное, всегда говорить, но фильм все-таки заработал 3 «Оскара» и «Пальмовую ветвь». Это фильм Поланского, и настолько была подготовка к этому фильму, что Роман Полянский, он вернулся в Польшу, в Краков, он искал семью, которая помогла его семье. В фильме даже играли родственники самого Шпильмана. То есть просто вам объяснить, насколько это все было сделано до малейших деталей. Следующий фильм, я просто прочитаю название, которое я бы посоветовала посмотреть, а вы уже как бы сами посмотрите. Итак, следующий фильм, он тоже был один из последних прошлого года, наверное, или позапрошлого. Это на русский это «1+1», и на французском это «Les Intouchables». Очень классный фильм, добрый и с юмором, и все, что там надо, то есть очень понравилось. Еще один фильм, также французский, будет «С чистого листа»,
который также есть книга, тоже могу посоветовать прочитать. Хотя не знаю, почему мне фильм больше понравился, не знаю почему. Но фильм, ну, как бы книга тоже неплохая. А также, чтобы я еще посоветовала, мне тоже посмотрела в этом году фильм «Курица со сливами», тоже французский фильм, очень мне понравился. И что еще? Да, тоже несколько лет назад вышел фильм «Beautiful», только с ошибкой написано, где Хавьер Бардем играет. Что же еще сейчас вам покажу? Итак, из французских тоже. Je ne suis pas là pour être aimé. Я не для того, чтобы меня любили, если так на русский перевести совсем. Бабель. Тоже мне очень понравился фильм, поэтому я вам советую. Еще здесь уже это не один фильм, а сбор. Париж, je t'aime, Париж, я тебя люблю, потому что здесь несколько фильмов о любви, и где действие происходит в Париже. И сняли также такого же плана, но не о Нью-Йорке, по-моему, тоже называется «Нью-Йорк, я тебя люблю» или что-то в этом роде. Поэтому я проверю, напишу внизу. В общем-то, оба сборника советую. Очень такие вот прям, как сказать... Все истории интересные и многогранные, и каждая по-своему, поэтому, да, очень вам советую их посмотреть. Ну что ж, на этом будет все. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, что видео вам понравилось.